Всем привет, это канал Тостер. Здесь все самое интересное о домашней технике. Мы в Берлине на выставке IFA продолжаем искать для вас самые крутые, клевые штуки. И вот пылесосы. Пылесос же, ну, очень полезен в домашнем хозяйстве. Куда мы без пылесоса? Зашли на стенд Hoover и нашли вот такую новинку. Ну что, вертикальный пылесос, кого им сейчас удивишь? Но здесь самая главная фишка в его маневренности. Да, вот щетка, она поворачивается, ну, прямо-таки я уже даже не знаю, на сколько градусов, да. Включаем пылесос. Здесь есть курок, который можно нажимать, и пылесос будет работать. Отпускаешь, он не работает. Но можно и зафиксировать. Так, мне кажется, удобнее, если собираетесь убирать довольно долго. Кстати, хватает его при полном заряде аккумулятора на 25 минут. Не то чтобы это очень много, да, не самый такой большой показатель, но, в принципе, для уборки не только однокомнатной, но и двух-трехкомнатной квартиры вам вполне хватит. Так, ну, вот так мы убрали. Мне кажется, все было видно, вы все видели сами, и про маневренность, и про качество уборки. Кстати, этот пылесос предназначен для уборки разных поверхностей, но здесь вот есть специальная щетка валик, которой наиболее эффективно убираются твердые поверхности. Да, еще один момент про щетку. Ну, во-первых, вы видите, что здесь есть подсветка, да, если где-то под диваном пылесосите, то вам будет видно мусор. И еще вот эта синяя лампочка, она здесь не для красоты, а для того, чтобы вы контролировали состояние щетки. Если на нее что-то намоталось, если что-то попало внутрь, да, и мешает работе щетки, то цвет лампочки изменится на красный цвет индикатора. И тогда вы поймете, что ее нужно очистить. Что касается очистки щетки, кстати, то здесь все просто. В этом смысле, смотрите, раз, вынимаешь, почистил, если нужно, и все. Потому что бывают проблемы с этим. Ну и еще, чем хороши вот такие пылесосы, почему я их очень люблю, потому что это такой многофункциональный пылесос, да. Пылесос снимается у вас. Здесь, кстати, вертикальная парковка, видите, да? То есть не нужно его прислонять к стене или вешать на базу куда-то. Вот так вот все прекрасно стоит. В комплекте поставки несколько дополнительных насадок есть, в том числе вот такие для легкой уборки разных поверхностей. Еще несколько слов об этом пылесосе. Он очень легкий, здесь вот рука не устает, когда пылесосишь. И здесь циклоническая система фильтрации мусора, да, вот здесь контейнер пылесборник, он, собственно, открывается снизу. Благодаря циклону внутри пылесоса отсеивается пыль различная, и крупная, и мелкая. Ну а для самой мелкой существует фильтр вот здесь вот на выходе, его можно мыть и дальше снова использовать. И, кстати, еще что приятно, здесь съемный аккумулятор. Вы можете иметь второй запасной, если вам не хватает вот времени работы 25 минут. Но вот такой пылесос Hoover, линейка H-Free, он совсем скоро начнет продаваться в России. В компании говорят, что цена будет даже ниже 10 тысяч, ну, в зависимости от того, какой будет валютный курс. Это канал Тостер, IFA, Берлин. Смотрите нас, подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся!